День воинской славы России 27 января в Одинцовском краеведческом музее откроется ежегодная выставка «Бессмертие и сила Ленинграда». Музей примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб», объявленной президентом России в память о мужестве жителей легендарного города. В этом году на выставке будут представлены документы, архивные фотографии, личные вещи блокадников и многие другие интересные экспонаты.